Итак, добрый день, наши коротенькие включения с континентальной футбольной лиги. Я Лукьянов, Александр Палюткин. Наш гость одновременно еще и участник континентальной футбольной лиги Андрей Тихонов. Что ж, Андрей, приветствуем вас здесь вместе с командой Гефест с севера. Что ж, недавно, кстати, дебютировали вы за Гефест в Лиге чемпионов. И, кстати, я помню, уверенно, пенальти даже забили. Вывели свою команду, кстати, в следующую стадию Лиги чемпионов Москвы. Ну, а теперь же континентальная футбольная лига. Как вы следили ли до этого за этим турниром, или это будет для вас вообще первое впечатление, первое знакомство? Это будет первое впечатление, но я слышал об этом турнире, что проводится такой турнир международный, поэтому очень приятно принять участие в нем. Все-таки разные команды, и из Казахстана, отовсюду есть команды, знакомые, узнаваемые, поэтому мне интересно будет, заодно погода хорошая, хоть хорошо в футбол поиграть. Ну, практически хорошая, но, по крайней мере, для футбола, мне кажется, действительно так. Для футбола идеальная. Может быть, для зрителей не очень хорошо, для футбола идеальная. Да, у нас состоялось несколько уже матчей с утра. Саша, удивил ли тебя кто-нибудь сегодня? Ну, первый матч традиционно всегда у нас такие спокойные, потому что групповой этап, и команды не спеша вкатываются. Может, кто-то боится в откровенно атакующий футбол играть. И вот у меня в связи с этим вопрос к Андрею. Вот формат турнира такой, что у нас есть групповой этап и затем плей-офф, и несколько дней всего, он не растянут долго по времени. Есть ли какая-то специфика в этом относительно от разницы между таким турниром и большим гладким чемпионатом? Специфика, если ты ставишь задачу победить или хотя бы дойти до полуфинала, до четвертьфинала, то нужно первую игру обязательно выиграть, потому что эмоционально ты больше, наверное, увереннее себя будешь чувствовать. Поэтому тот, кто поставил задачу выиграть его, конечно, нужны победы. И то, что в данный момент одна игра в день, я так думаю, это нормально для раскачки. Потому что одна, вторая, третья, три дня команды входят в тонус, и потом уже игры идут. Я думаю, команды показывают, наверное, свои самые сильные стороны. А вот относительно уровня вы успели поиграть, примерно ощутить на себе, что такое ЛФЛ, с чем это можно сравнить? Вы поработали, поиграли на разных уровнях. Насколько это близко к профессиональному футболу, если вообще можно сравнивать? Вы знаете, я когда еще мы начинал, мне было там 22-23 года, мы ездили всегда там в Германию, в Австрию, в Швейцарию, мы ездили вот на такие турниры с «Спартаком». Играли в коробке, правда, играли с бортами. Можно аборт было играть, здесь нельзя. Вот. И было интересно довольно-таки, и по 10, и по 15 тысяч народу приходило смотреть. Поэтому это как бы зажигательно, здорово. Мне очень нравится. А уровень ЛФЛ, ну, конечно, я же знаю многих ребят, и кто против нас играл, допустим, мы играли сейчас Лигу чемпионов. Там есть футболисты, которые поиграли, я даже с ними вместе играл. Они играли вторая лига, первая лига, поэтому это футболисты. Плюс, конечно, возрастные качества влияют. Если тебе там 25-30, ну, 25 там, лет, ты можешь бегать, не останавливаясь. Когда тебе гораздо больше, здесь нужно распределять, наверное, силы. Но мозги здесь очень нужны. Илья, ваши вопросы? Да, Андрей, ну вот 8 на 8 вообще в любом случае очень динамичный вид спорта, да, и здесь сил нужно гораздо больше, тем более на такой короткий турнир. Вот как их правильно распределить? Неправильно, я думаю, что нужно контролировать просто. Устал, ушел, заменили тебя, 10 минут отдохнул, опять сыграл, потому что сейчас игры пойдут каждый день, потом плей-офф, поэтому я думаю, что здесь нужна ротация обязательно, замены, и не нужно там выжимать из себя в первой или во второй игре. Силы понадобятся дальше. Да, ну и тем более вы так уже сказали про плей-офф. Я так понимаю, Гефест практически уже там. Ну, я не знаю, видели ли вы группу и вообще соперников ваших? Я даже не сомневаюсь, вот соперники наши играют, но если мы будем у себя дома проигрывать, значит неправильно. Ну да, и, кстати, вот вы сказали про ваших знакомых футболистов. Вот ЦДКА, кстати, также с севера, ваш соперник. Ну и ваши также, я думаю, коллеги и друзья там есть и будут выступать здесь на континентальной футбольной лиге. Ну, это хорошо. Многие, правда, из них в Турцию уехали отдыхать. Меня тоже звали. А так, я-то дома, мне лучше дома, чем в Турции. Поэтому посмотрим. Мои друзья, мне кажется, в Турции сейчас зажигают там. Вот, видите, друзья Андрея Тихонова в Турции, да, он сам здесь на континентальной футбольной лиге. Что ж, Андрей, не будем больше вас задерживать. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Большое спасибо.